Ну, как не по-другому? Thank you.
Перевод небольшим перевод. Почувствую перевод. На пальцах, а на колено. И вот это влево, 9 на широке. Различит, красный. Что дальше? Нормально короткий, а потом глубокий ход. И летал, и летал. И должно возвращать, чтобы она ошибалась через лето. А в розыгрыше это еще разорит. Все, вправо сыграл. Молодец, она машется. Сразу должна перевести. Просто старайся не попадать. А там направление играть. Там направление. Там полметрика должны смещаться по себе. Thank you.
твоя задача получить завышенный, да, может, я вас догнать, если это там не привыкало, если это там не привыкало. И когда ты просто лезешь на место, то есть, ну, неудобно, я еще не хочу поднять.
позже делать, не добивать на нее ночь. На первых ночах особенно. То есть ход это, ну, после коробка нужно быть глубоким. Либо первый спокойный, вообще удивительный, просто чистый глубокий. И дальше глубокий. Если ты начал, а дальше глубоко. Если она там сидит, попьяется, там гранится, не переводишь, а потом выиграешь. А дальше только выиграешь, там ее крутишь, дальше ты видишь глубокий ход, жена его выиграет. Муж дедный, не спишь, просто жди сейчас, и ухорает.
искусство. Все равно делаю.
Орден, молодец. Прям на этих соревнованиях огонь.